Фестиваль национальной дружбы прошел в татарском Нурлате. Здесь состоялся 8-й всероссийский национальный праздник чувашской культуры Уяв. Он знаменует окончание весенних полевых работ и всегда отмечается с размахом. В соседнюю республику приезжают чуваши из Ульяновска, Оренбурга, Самары, Башкортостана и Чувашии. Уяв – это всегда народные танцы, обряды, песни. На празднике можно и с историей познакомиться, и национальные блюда ответить, и узнать о традиционных народных ремеслах. Отдельное место отведено воссозданной школе, которую открыл чувашский просветитель Иван Яковлев. Изучение чувашского языка и литературы в Татарстане и особенно в Нурлатском районе уделяется большое внимание. В районе эти предметы преподают в 11 школах. Рассказал на празднике глава Нурлатского района Равил Кузюров. Ирагун Пултыр, хыкла этнышцем. Халязем! Мне очень приятно, что этот удивительный, красивый и самобытный праздник проходит именно у нас. Думаю, что это вызвано не только национальным компонентом жителей города и района, но и активной жизненной позицией чувашского населения. Сегодня в Татарстане проживает 120 тысяч чувашей. Это третий по численности народ. По словам премьер-министра Ильдара Халикова, чуваши играют важную роль в экономической, политической и культурной жизни республики. Этот праздник стал для Татарстана доброй традицией. Наряду с русскими, татарскими, удмуртскими, марийскими, мордовскими фольклорными праздниками Уяв является одним из ярких символов межнациональной культуры Татарстана. Испокон веков, наверное, вот эти традиции наши сохранились. По завершении весенних полевых работ все чувашские народы, не только чувашские народы, наверное, выходили на праздник. На праздник они веселились, радовались, танцевали, состязались. И вот эти славные традиции наших предков вы здесь, именно на татарской земле, соблюдаете. Уяв проводится здесь с 2006 года. Богатой культурной программой порадовали гостей и участников праздника более 100 фольклорных коллективов со всех уголков России. Из Чувашии, Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской области, Пермского края, Башкирии и других регионов. Самый прекрасный праздник, что из чувашского, из обряда обычая чувашского. Чуваши настолько были народ, который старинный, сохраняли свои традиции, обычаи и были, конечно, всегда народ, который поющий, танцующий. Пришли посмотреть весело, красиво. Спасибо, что есть вы такие наши соседи чуваши. Пусть живут на земле мирно, пусть нам, чтобы мы жили мирно, чуваши, русы, татары. Одним из важных моментов праздника стало подписание соглашения о сотрудничестве между Министерствами культуры Татарстана и Чувашии. После завершения официальной программы Юрий Попов и Ильдар Халиков присоединились к хороводу, главному символу Уява. На празднике по традиции прошли спортивные и развлекательные мероприятия и конкурс «Чувашская красавица-2014». Татьяна Молокова, Регина Тимофеева, Николай Яковлев, Республика.